Ребята, а это второй резонатор от вот этой машины. Собственно, это донор, на котором мы ставили эксперименты. Задача была необычная, задача была нестандартная. У человека на Audi стоит даунпайп. Дальше полностью трасса, она стоковая. Резонатор первый, резонатор второй и две банки. Все тихо. Но человека не устраивал, во-первых, звук, он был негромкий, тихий. Во-вторых, не устраивало то, что довольно сильно было слышно турбину. И вот эти вот моменты, они очень такие тонкие, было очень сложно справляться, потому что первый резонатор мы переделывали целых два раза. Давай по новой, Миша, все хуйня. Этот резонатор, мы переделывали этот донор, мы переделывали три раза для того, чтобы потом на новом резонаторе аккуратно уже, без вот этих вот всяких вещей, сделать красиво, эстетично работу. Было несколько экспериментов, клиент приезжал в компанию три раза, и мы в финале достигли того, что более-менее удовлетворяло потребности. Они, поверьте, высокие очень. Потому что человеку важно было, чтобы в салоне не было никаких призвуков, особенно вот этих вот звенящих частот, которые абсолютно всегда появляются, когда устанавливается недорогой даунпайп. Но здесь владелец поставил даунпайп из 2-миллиметровой, не из 1,5-миллиметровой нержавеющей стали, обмотал его термолентой, качественно все сделано, и все равно были эти призвуки. В первом резонаторе мы сделали максимально таким образом, чтобы набивка отражала все звенящие частоты. И второй резонатор мы путем таких экспериментов и исследований мы достигли того, что звук стал чуть благороднее, чуть басистее, особенно это слышно в салоне. И в итоге мы получили тот результат, который вы сейчас видите. В итоге этот экспериментальный резонатор остался у нас, клиент нам его подарил. Спасибо тебе большое, дорогой друг. Другой резонатор, который мы сделали уже аккуратно и на аргоне, и переделали внутреннюю конструкцию именно так, как этого необходимо, как этого требовал клиент. Он сейчас на машине, и мы получили на Stage 2+, негромкий и не звенящий выхлоп, что очень важно. При этом он в меру басовитый, в меру брутальный, и за такой выхлоп просто можно гордиться. Ребята, мы стараемся подходить индивидуально, и если вам необходим какой-то проект или какая-то работа, которая сложная, и вы действительно хотите что-то необычное, можете посоветоваться с нами, позвонить в ультравыхлоп, и мы поможем и подскажем. На связи Игорь, спасибо вам за просмотр этого такого ролика «Крика души», сложные работы, которая в итоге в финале сделана была на отлично.